Джимми в фотосессии для весеннего мужского журнала Си Калифорния Стайл. Фотограф Бу Джордж. В интервью Джимми признался, что недавно он с Амелией провели небольшой отпуск в Нью-Йорке без детей. «Мама и папа гуляют по городу», – смеется Джимми. Джимми и Амелия провели свидание в баре «Поло» и поиграли в карты за столом. Актер вспоминает о своей модельной карьере. Тогда он видел возможность развлечься и повеселиться с друзьями, а также насладиться пребыванием в свои 20 лет в величайшем городе на Земле. Джимми говорит о своей работе. «И в этой работе есть так много того, что я люблю, так много свободы и неизведанного, волнение от незнания, что будет дальше». Актер говорит, что недавно у него был самый длинный отпуск в 8 месяцев за последние 20 лет. 17 марта Джимми в гостях у Келли Кларксон. Джимми рассказал, что недавно они справляли сразу 2 дня рождения в субботу и воскресенье. Он говорит о средней дочери Эльве, которой исполнилось 8 лет, и об младшей дочери Альберте, которой исполнилось 5 лет. Актер продолжает продвигать второй сезон сериала «Турист». You know, it's so sad.